частности, это касается пущенной недавно в эксплуатацию установки адсорбционной очистки бутановой фракции. В то же время вице-премьер указал подрядным организациям на необходимость завершения в срок комплекса строительно-монтажных и испытательных работ в связи с предстоящим пуском комбинированной установки производства высокооктановых компонентов бензина и установки производства серы. Руководство предприятия доложило вице-премьеру о ходе реализации самого крупного инвестиционного проекта – строительства комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, работа которого способна вывести завод на новый уровень развития. Огромные проекты мы реализуем. Ну вот доложили мне там, и мы разобрались с строителями, с руководством завода. Вот один объект мы ввели 31 марта на 45 миллионов долларов. Вот в мае месяце мы почти на 400 миллионов долларов ведем еще два объекта. В следующем году вообще на 1,5 миллиарда долларов. Это наш комплекс, значит, гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. И совершенно по-другому почувствует себя, значит, наш Мозырский НПЗ. Он сегодня неплохо работает. У него он получше работает, чем «Нафтан». У него 29 долларов на тонну переработанной нефти прибыли. Это достаточная норма прибыли, чтобы себя нормально чувствовать.